уважаемые пассажиры! Приветствуем вас на нашем корабле. Приглашаем вас на главную палубу, где будет проходить наше мероприятие. Леди и джентльмены, представляю вашему вниманию самая изящная, обворожительная, прекрасная и грациозная Преображенская Софья. Встречаем! Он уверенно мчит за собою свой верный отряд. Пусть теряется след где-то ниже ноля. Кремли все острова в юго-западу от корабля. С ним так много надежд, среди прочих вершин. Он надежен, как холод, как пламя. Он идет напрямик, моет сумрачный сок и за ветреной памятью вечно седых городов. Если он остался в море, ай, вот это романтика, странно летать. Говорит,